Уважаемые коллеги, дорогие друзья, выставочники, нам в экспоцентре, всей команде экспоцентра и нашему руководителю чрезвычайно приятно, что и форум, и конференция традиционно собираются у нас, на нашей территории. И я хочу предоставить еще раз слово генеральному директору Центрального выставочного комплекса экспоцентра Сергею Сергеевичу Беднову для открытия форума и конференции. Уважаемые участники, посетители выставки, дорогие коллеги, разрешите международную выставку 5P-Экспо-2016 объявить открытой. А сейчас, уважаемые друзья, я благодарю всех за участие в официальной церемонии открытия и прошу присоединиться к нам для осмотра экспозиции выставки. И затем я хочу объявить, что в 11 часов 40 минут те, кто участвует в ней, начнется конференция, всероссийская конференция. Она будет проходить в 7-м павильоне, в конгресс-зале 7-го павильона. Спасибо. А он не улетит? А? Мотор поставим? Рекламные заставки и ролики, которые торгуют нам. Если поставите, то же самое реклама. Часть стенда экспоцентра. Здесь экспоцентр проводит инновационную свою программу. Экспоцентр против контрафакта на своих выставках. О чем мы постоянно проводим семинары, в которых, как мы сейчас понимаем, очень заинтересованы экспоненты. Этот вопрос о производстве контрафактной продукции, а самое главное, недопущение его к демонстрации на выставочных площадках. Это один из путей решения этого практического вопроса. Прошу. Мы решили представить проект, это международный выставочный центр в городе Москве. А в Беларуси практически нет выставочных комплексов, которые находятся в таком плохом состоянии, поэтому мы искали долго инвесторов, но в итоге решили сами создать проект, еще этих ресурсов мы начинаем с детства. Это самый божественный комплекс, это 100% частная площадка. Мы работаем с нашим оборудованием, с палатой, тесно партнерство. Ну, за последние 3 года приобрели пакет свыше 30-40 проектов. Это конгрессы, деловые разнопростивые, это и предпринимательские, и строительные. Принимаем гостевые проекты, с других городов приезжают на готовые выставки, помогаем, застраиваем, организуем деловую программу. Сейчас это сейчас самая крупная площадка, свыше 5000 комплексов центральной части на самом регионе. Мы есть являемся планы, и управляющим партнером, и управляющей площадкой, и сами застройщиками. Хорошо, в форме участвуйте первый раз. Надеюсь, и не последний. Который традиционно, во-первых, это один из крупнейших застройщиков, проектировщиков ресурсов, конкретных предприятий. И более того, постоянно центр на для нас очень сервис. Идентичен не только в России, но и в Китае. То есть мы еще. Спасибо вам. И мы сейчас, вот видите как, боремся за прозрачность этого выставочного, чтобы не было вранья, поднимаем выставочную, и у нас больше зрителей, оценки сейчас выставка проходит. И что планируется к завершению уже к концу этого года и на полную мощность центр выйдет в августе 2017 года. Инфраструктура будет многофункциональной, планируется помещение и гостиничного комплекса, и конгресс-холла, двух павильонов, открытой галереи, отличная транспортная доступность, открытый аэропорт, Казани, Спасибо.
заявлено о том, что значение выставок растет и будет расти дальше, поэтому считаем, что все великолепно, идет розыгрыш специальной лотереи на всякие дисконты для наших партнеров, для наших участников, поэтому я welcome. Сегодня-завтра я выступаю, рассказываю две главные цели мы проводим здесь. Первая – это интеграция в условиях низкой экономики всего достаточно конгрессного сообщества, и вторая вещь – это, конечно, упор на новые формы выставки конгрессных вещей. Сегодня на конференции немножко они подсказывают. Также приглашаем. Спасибо. Спасибо. Вот 25 лет. В этом году всю выставочную программу перевели в экспозицию. 9 выставочных компаний. Екатеринбург – это центр выставочного бизнеса Уральского региона и не только Уральского региона. По количеству выставок, например, скоро он догонит и обгонит Москву. Количество выставочных операторов. Мы были первым участием в данной выставке. Нам очень приятно, что организаторы обращают внимание на наш город, потому что все-таки в Екатеринбурге, в том числе и со заключением промышленных и финансовых структур и бизнеса. Поэтому мы всегда с огромным удовольствием принимаем участие здесь у вас. И не только стендов представительного органа власти, это здесь у вас единый стенд, пожалуй, один из многих. Спасибо. Владимир Александрович.